Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, продолжаем бомбиться за зомби. Так, на луну, разгром. Давай попробуем, знаешь, что с тобой взять? Давай за меха возьмем с тобой. Я хочу, правда, посмотреть колоду его. Так, вспомнить, как говорится, что у нас там есть. Но, в принципе... Нормуль. Наверное, так с тобой и оставим, да? Да, я думаю. Хотя, подожди-ка. Может быть, нам... Что ты делаешь? Наносит 1 единицу урона. Угу. Ладно. Поехали. Сыграем партию за замеха. Так, выбираем его, выполним миссию. Мы с вами на Луне и воюем против Цитрона. И что у нас тут? Так, вытяните стартовые карты. Давай вот это вот. Да ёб красоты, а тут? Ну, в принципе, годится. Пока годится. Так, ход зомби. Так, живые растения. Во время этой миссии все растения получают плюс 1 единицу здоровья в начале хода. Все растения? Вы серьезно? Так, а это что у нас? Наносит 3 единицы растений. Нет, я пока не буду тратить. А мы получили с тобой в лицо. Угу. Что он будет дальше делать? Ничего пока, да? Ну, давай сделаем вот таким вот образом. Так, нанести урон. Давай вот этому шитику. Так, едва в лицо. Угу, неплохо. Спортсмен. Давай, вытянем карту, надеюсь, хорошую. Кто ты такой? Так, при появлении сверху, перемещение в воду и получение плюс 1, 1. Сверху, это вот сюда, да, получается? А, превращает случайного зомби за 1 энергию. Ха-ха. И еще и заморозку. О, что-то он пошел тратиться, я смотрю. Для чего? Объясни-ка мне. Пока непонятно. Так, ну что, если я его вот сюда поставлю? И также мы можем с тобой сделать... Подожди, а почему? А, не действует. Тогда сумоиста. Так, ты в воду пойдешь, нет? О! Бульк! Прикольно. И, наверное, мы с тобой сделаем вот так. Погнали. Ничего себе, сейчас мы ему тут навтыкаем. Что он там за карту вытянул, я не знаю, ребята. Но у него 9 здоровья осталось. Так, а стоит ли нам... Давай, наверное, поставим сюда, да? Поехали. Задумался, значит, кого-то собирается выставить. В любом случае, он пойдет вот на эту линию. Первое растение, которое он посадит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что он делает, а. Так, еще и орехом прикрывается. Мы наносим ему 3 единицы урона. Обязательно. Вот так вот. Ага. Так. Блин, опять у него что-то там за карта выпало. И у него остается сколько? 3 хп всего. И еще щит сработает, я так понимаю, да? Мы можем проапаться, кстати. Вам бросили вызов. Кто мне там все бросает вызов? Да не надо мне никаких боев, блин. Так, друзья мои, напряженный момент. Сейчас посмотрим, что он будет делать. У меня есть курица, я, наверное, всех пробафаю сейчас. Она дает сколько нам? 1-1. Ой, прикрывается, да? Прикрывается. Ну что же, давай. Отлично. Поехали. Да, этот, конечно, у нас погибнет. Зомби. Так, срабатывает защита и... Блин, еще надо будет бомбить. 4 хп всего. Слушай, а вот этот парень у нас случайно... Не атакует ли сразу, а? Шапкой.
Да, это именно он. А ну-ка, посмотрим. Ну, он амфибию 100% не сможет мне закрыть. Или сможет? Если у него есть растение водоплавающее, то сможет. Ага, что ты делаешь? Ну, парень, все, приплыл у нас. Цитрончик-то получается. Сейчас ему сумоист врежет по полной программе. Давай. Ух, все. Ребят, первая победа за нами. Первая победа за нами. За мех ты меня порадовал. Великолепно сработано было. 50 билетиков получаем. Кстати, я одного, ребята, вот такого чудика уже себе заработал. И кто же у нас следующий? Давай посмотрим. Бабах. Угу. Опять это картофельное пюре вылезло здесь. Ой, тихо. Это, конечно, хорошо, но... Блин. Вы дадите мне нормальных зомбарей, начальных. Во, отлично. Да я понял. Кстати, почему-то только растение получает бонусы, а я, главное, ничего, да? Это, я считаю, несправедливо. Ну что, будем, наверное... Так, я могу этого вызвать. Ну, лучше, наверное, сделать эволюцию. Так, давай вызовем, наверное... Рестлера. И вот так. А что он, кстати, делает у нас? О, если есть зомби поблизости. А я его поставил далеко. Так, ну два в лицо он все-таки получил от нас. Блин, ты смотри, что делает. Он восстанавливает себе здоровье потихоньку. Так, ну этому... Ах ты, чтоб тебе. Так, получает плюс 3 к атаке. Плюс 3. А здесь плюс 2 к здоровью. То есть 5. Он нас не пробьет, да, получается? Он нас не пробьет. Ну и мы там ничего такого серьезного ему не сделаем. Ладно, попробуем так сделать. Так, этого уничтожаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это грустно. У меня маловато карт. Так, вызовем с тобой вот этого зомби. Зомби-хиллер. Но... Блин, он взял и мину поставил. Еще и улучшает растение. Ё-моё. Так, ну ладно, здесь мы все равно зачистку сделаем с тобой. Поле очищено, да? Так, у него там 4 карты, у меня 3. Ну давай я поставлю сюда. Если он его не уничтожит, мы с тобой на следующем ходу призовем зомби-рыцаря. Но этого не видать. Хотя подожди, не будем тратить. Тупо опять обмен. Но он мины тратит, это хорошо. О, ты еще и выжил, красавчик. Давай, тогда мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Что у тебя там есть в кармане, а, парень? Ничего не стал делать, интересно. Так, у него будет супер бомбочка, не забывай об этом. Мина там такая есть. Оу, вот это классно. Вот это классно, выставляем. Надеюсь, не уничтожит. Лишь бы не уничтожил мне вот этого. Смотри, что делает, а. Надо посмотреть, что он делает. Так, все зомби получают 1 плюс 1. Давай, сделаем. И вот так, наверное, да? И еще мы сделаем с тобой... Ну вот сюда поставим, фиг с ним. Поехали, ребята, будем его сейчас бомбить. Правда, я все карты потратил, все. Бамс. Он каждый раз, что ли, будет удар... А, нет. Так, 2 хп у него осталось. Он восстановит же еще, да, по-моему, 1 единицу здоровья. О! Отлично. И он тоже, кстати, набирает карты. Ну что, давай сюда поставим.
Одну единицу урона нанесем мы. Так, задумался. У него есть мины. Он будет, наверное, выставлять их куда-то. Куда только. Серосень получает 1 плюс 1. Ах ты жучара, а. Что? Куда ты его перемещать собрался? Ну, естественно, сюда. Блин, он хочет мне уничтожить этого зомби. Так, по идее, мы его должны подбить сейчас. Давай, родной, уничтожаем его. Так, 12 хп у него осталось. Я без карт, как без рук. Пропускаем ход. Наносит 3 единицы урона. Блин, ты оборзел, что ли, а? А мы, ребят, с вами усиляем наших зомбарей. Поехали. У него всего 6 единиц здоровья. Всего лишь 6, друзья мои. Есть. Пошел у нас с вами доборчик, и это круто. Пошел доборчик. Так, давай карту вытягивай хорошую. Ну, так себе. Ну ладно, вдруг у него орех будет. Кто его знает, да? Сейчас все, наверное, тут мне заставит. Так, ну первое растение в любом случае сюда попадает, да? Получает 0. Что там? Горячку выставляет. А че он так тупит-то? Все растения получает. Да-да-да-да-да, тебя это уже не спасет. Все, ребята, мой первый рыцарь наносит ему смертельный урон. Ну что, могу нас всех поздравить. Замех наяривает. Будь здоров. Никто пока нам ничего сделать не может. И мы с вами опять идем, по-моему, драться с Цитроном. Вот мне кажется, что второй бой у нас уже не прокатит с ним. Так идеально, как хотелось бы. Ну, да ты запарил. Поехали. Да я понял, понял эти твои условия, что растение получает 1 единицу здоровья в конце хода. Это я уже запомнил. Так, кого будем вызывать? Наверное, вот этого вот паренька. Для начала. Все зомби будут дешевле. Так, ты что, с подписчиками не играешь? Да, если бы он знал, что я сейчас рубалюсь здесь, я думаю, эти вопросы бы сами по себе исчезли бы, да? Так, эволюция. Давай сделаем. Опа, 4-5. Да ладно, опять начинает за свое, да? Он опять начинает за свое. Как бы нам его с тобой уничтожить, а? Объясни-ка мне. У меня ничего нету, прикинь. Я никак не могу его в данный момент уничтожить. Но зато... Так. Эй-эй-эй-эй-эй, тихо. Сыграй со мной хотя бы один бой. Блин. Отвлекает, отвлекает меня очень сильно. Так, что он там зарабатывает? Фотограф. Если я мину бомбану, ну, в принципе, ее даже трогать пока не надо. Этого можем с тобой раздавить. Сделаем такое дело. Окей. Да чтоб тебя, блин, со своей защитой запарил уже. 3 урона, да? А, 2. Вот этот меня очень сильно здесь напрягает. Ну, вот серьезно тебе говорю. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И посмотрим дальнейшее его действие. Что там? Стен орех вытягивает. Ну, ты посмотри, а, на него. Оу, а вот это плохо. Друзья мои, мне надо что делать? А зомби получает плюс 5. Наверное, надо... Блин, неуязвимость. Давай-ка, наверное, прапаемся. И... Еще можем прапаться, да? Или все-таки неуязвимость лучше поставить? Или все-таки неуязвимость? Давай, наверное, мы... У нас 2 единицы энергии всего. Ладно, поехали. Ох, выпала арена. Поехали, ребята, 5 в лицо. Так, мы получаем тоже урон. Так, давай. И всего лишь 4 хп. Мы можем еще усилиться, так? Они восстановили здоровье себе.
синтез. Синтез, это, конечно, все понятно, но... Короче, 4... Да чтоб тебя, ну он достал уже своими вот этими... Шмоньками всякими. Так, если я, например... Плюс 5, да? Мы получим с тобой к здоровью плюс 5. Окей. И еще, наверное. И, наверное, еще разок, да? Чтобы уже конкретно бомбануть, так бомбануть. 8-12. Не кисло, да? На. Получи. Так, сработала у него защита. 8 здоровья. Так, сумоист. Сумоиста некуда поставить. Поехали дальше. Сейчас сюда кого-нибудь поставит. Трындец, ты достал, а? Что? И он еще вытягивает карту. Понятно. Неуязвимость, все растения получили. Да, ребята, тут, по ходу дела, будет у нас фейл. Обалдеть. Всех разобрал. Рыцарь. А что мне рыцарь здесь, поможет или нет? Да как он мне поможет, а, ребят? Ну, предположим, я его сюда поставлю, да? Ёпрст. Ладно, у нас с тобой еще будет... Что там? Я не помню. Какие приемы-то у нас при получении урона? А как он себе здоровье... Я не понял, у него там осталось немножко. Откуда у него 12 хп? Объясни-ка мне. Так, вот это хорошо. Вот это хорошо. Мы наносим с вами 3 единицы урона, да? И каждому еще по одному. Ну, немножко не вовремя это все. Пораньше бы. Вот это было бы круто. И всего 4 хп. Так, а у него 12 здоровья. Блин, гориллы. Что делаем? Ладно, выставляем с тобой сумоиста сюда. И вот так вот. Он ведь не сдастся, да? Он ведь... Да ты запарил меня вот своими вот этими цветочками, а? Просто запарил. Так, куда вот нам его убрать? Или вот этот лучше убрать? Или вот этот? Ну вот куда его? Сюда? Ребят, я сейчас только что тупанул. Самолично тупанул, блин. Надо было... Но все равно бы я не смог его победить. Как он себе здоровье восстановил, я не понял. Так, ну что, попробуем тогда сыграть, наверное, за... За нашего разгрома. Да? Может быть, за него получится наказать этого цитрона? Блин, вот эти вот, конечно, растения, которые... Он вызывает, и они делают... Так, подожди. Так, уничтожает растение. Это у нас... Ладно, оставим. Это эволюция. Да я знаю свои условия эти. Так, погоди-ка, я забыл поставить растение, да? Ладно, давим. Почему мне не дают йети? Мне он нужен, как манна небесная, чтобы я смог здесь уже... Как тебе объяснить-то? Карты набирать. Причем хорошие карты, а не какой-то там фуфло. Так, давай сюда поставим этого. Вытяни карту, пожалуйста, мне. Что он там мне дал? Что это за чудик? Получает плюс 2 или минус 2 при появлении растения. По-моему, плюс 2. Так, он опять там начинает вот этот свой добор. Несчастный. Так, подожди, давай вот так, наверное, сделаем. И нет, лучше все-таки карту вытянем. Давай нормальную. Ну, более-менее. За 2 энергии, 4-4, это хорошо. А он начинает опять за свое, а? Он опять начинает за свое. Опять эти редиски появляются здесь. Так, он хильнулся. Ну, я не знаю, ребята. Давай так, наверное, сделаем с тобой. И... Блин, ты не забывай, что у него еще есть этот... Помнишь, который бьет по троим сразу? Превращает. Давай сыграем один боец там. Лучше ты сейчас отстал, а? Некогда, серьезно, некогда.
О, орех-то этот наказываем. Это он хорошо его поставил сюда. Так. У него, почему у него так быстро срабатывает щит? Вот у меня такого никогда не прокатывает, ребят. Медик. А если я сделаю вот так вот? И вот так. Он сейчас выставит своего вот этого, как его, Снапдрагон. Вам бросили вызов. Блин, вот как вот, а? Прям не могу. И стена орех еще ставит. Так, а мы что можем? Который получит минус 2. Минус 2. К атаке, да? Давай вот так, наверное, с тобой сделаем. Поехали. Окей. Уничтожил гаденыш такой. Так, орех. Слушай, мы можем с тобой эволюцию сделать. Эволюцию вот этого отсюда убрать. И вот так поставить. Сейчас чувствую, поставит он. Да-да-да-да-да, именно про него, ребята. Именно про него я и говорил. Сейчас уничтожит вот этих троих, да, получается? Своим дыханием. У него минус 2 же. Угу. У него минус 2. Так, ну что? Блин. Его надо уничтожать. Иначе он будет хиляться, хиляться и еще раз хиляться. У меня есть энергия. А, нет. Как ты заколебала, а? Ну и вот серьезно тебе говорю, как ты заколебала своими вот этими вот. Вот она как раз и лечит Цитрона. Как раз-то она и лечит. Когда появляется, она отхиливает. Мне абсолютно нечего сделать. Ну все, ребят, это началось, короче. Началось. Давай, наверное, вот этого уберем отсюда. Я не вижу смысла даже хиляться мне. Переместить растение. Ну давай, вот это вот мы с тобой вот сюда поставим. О, Йети мне достался. Так, 4, 4, 8. Слушай, урона много получим там сейчас. У него, по-моему, еще, да, есть там один. Так, что нам? 2 плюс 2. Слушай, я, наверное, пока оставлю. Пока оставлю. Так, куда я могу его поставить, а? Сюда. Я поставлю сюда и сделаем с вами еще, знаете что? Эволюцию. Но... Да ты достала, а? Ну все, ребят, тут финиш. Приплыли. Вот этот вот бесевый. Короче, нам нужно, знаешь, что с тобой? Набрать карт, которые уничтожают растения. Или вот так вот делать. Почему этот удар мне не дают сразу, а? Дают какую-то фигню, хилку. Всякую парашу, короче, одним словом. Мне делать нечего. И еще они хиляются каждый ход. А у него еще один такой есть, ты прикинь. Ну тут все, тут, ребят, тут песенка наша спета. Тут уже мне ничего не поможет. Тут мне уже ничего не поможет. Второй бой проиграл подряд. Так, значит, с этими гадами что-то надо делать. Слушай-ка, погоди-ка, погоди-ка. А у нас же кто имеет... Секунду. По-моему... Да-да-да, именно супермозг у нас имеет... Растения, которые уничтожают сразу же, да? Точно. И вот, наверное, его я и возьму. Так, прочерк, наверное, можно убрать отсюда, да? Или оставить? Оставим, наверное, все-таки пускай будет. Так, давай-ка посмотрим хорошенечко, кто у нас тут. Так, у тебя что? Так, принесение урона растению героям. Так, понятно, это не то.
Гаргантюа. У нас, по-моему, есть такой, да? Один есть. Так, а что ты-то делаешь? Который получает способность кровожадность. Взять, что ли, его, а? Три энергии стоит. Дорого. Так, усы. Я не знаю, нужны. Вот это что у нас за ерундовина? Превращает зомби случайного зомби, который стоит на одну дороже. И вытяните карту, оставляем. Так, а это? Зомби наносит бонусную атаку. Оставляем. Так, там менеджер. Ниндзя. Что за котелок? Вытяните карту за каждого зомби. Слушай, было бы прикольно. Так, ладно, нам надо от кого-то избавляться. Этих аж 4 штуки. И эти, да ну, столько добора нам, наверное, не надо. Наверное. Вот это тоже берем. Так, котелок. Трубочист. Котелок, трубочист. Что ты-то делаешь? Так, отбрасывает растение. Эволюция зомби. Отбрасывает. Куда, интересно, отбрасывает? У нее прочерк еще, к тому же. Наверное, я вот так вот сделаю. И... бонусная атака, это хорошо, да? Бонусная это атака. А вот эти вот, в чем у них разница? По-моему, ни в чем. Так, информация. Перемещает зомби плюс один. Перемещает зомби плюс один. Может быть, взять. Я, ребят, даже не знаю. Все, я заплутал. Что-то как-то мало карт, да? Ты заметил у супермозга? Маловато карт будет. И у нас нет таких вот карт, которые могли бы, например, там, удар сверху или еще что-нибудь. Ладно, короче, давай попробуем с тобой партию сыграть за супермозга. Если у нас не получится, мы будем с тобой играть за кого? За танцоров, может быть, попробуем еще. Третья миссия, у меня уже проблемы, понимаешь? В третьей миссии. Еще две впереди. Ну что, издевается надо мной, что ли? Я не могу понять, а? Так. Погнали. Вот это, кстати, неплохая карта. Так, ну что, начинаем, да, с вами? Получает усы. А у нас нет усов. Понимаешь, у нас усов нету. Тихо, ты что, заморозку имеешь? Да ну. Не может такого быть. Цитрон поменял тактику на заморозку? Да бред собачий. Что мы ставим? Мы ставим с тобой вот этого чудика. Вытягиваем карту. Оу. Так, ну почему... Чё там? Слушай, зачем ты этот стебелек сюда влепил, а? Стебелек этот вообще тут не в тему. Блин, он еще и атакует несколько целей подряд. Но он у нас еще и не плавает, да? Когда зомби наносит урон, получает. Ага, давай сделаем сюда. Нам нужно как можно быстрее, потому что если он выстрелит... Он... Чё-то, ребята, у него тут не то. Чё-то у него не то. Он все по-другому стал делать. Я выбрал другого персонажа, и у него появились абсолютно другие карты. Ты это сам прекрасно видишь. Мы опять получаем с тобой лицо. Так, это что у нас? Кровожадность. Это мы пока с тобой сохраним. О, котелок. Но пока еще рано его применять. Ну что, надеюсь, у тебя нету уничтожения. Твою ж налево, а. Кровожадность у нас и так есть. Вот и все, что мы с тобой сделали, да? А вот этого мы уничтожить просто не можем элементарно. Или можем, если я, например, вот этого чудика выставлю. Или же даже... А он орех влепит. Он, наверное, влепит орех. Ну сейчас посмотрим. Неуязвимость. Ты понял? Так, раз, два, три. Мне даже ничего не сделать.
Так, что нам тут досталось? Перемещает зомби, который... Ага, который наносит бонусную атаку. Пока прибережем. У нас с тобой 10 хп. Всего лишь-то. Смотри. Мы с тобой можем, например, сделать следующее. Этот... Блин, я думал, что он у нас может плавать. Но нет, отбрасывает растения. Если, предположим, я поставлю сюда. Или лучше сюда. Наверное, лучше сюда, да, влепить. Этот бомбанет в ответочку. Отбрасывает растения. Ну-ка. Давай так вот сделаем с тобой. Куда он его отбрасывает? А, обратно. Ну так нечестно. А он его опять вызвал, а? Так, который наносит... О, который наносит бонусную атаку. Давай. Сейчас мы с этим шитиком разберемся. На. Фух. Так, получаем 3 в лицо. Раз, два. У нас хила-то нету. Так, вытяните 2 карты обязательно. Обязательно тянем. Так, смотри. У нас будет дофига чего тут есть. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Опачки. А что такой дорогой он? Потом, наверное, мы поставим с тобой вот сюда. И... при использовании приема. Ну что, поехали? Кого ты там влепишь-то опять, а? Опять своего дракона этого? Ну, естественно, ребят, ну, естественно, он выставляет вот этого дракона своего, блин. Тут прикрылся, тут стенорех размещает. Так, ну, орех мы уничтожим, предположим, да? Вот тут, конечно, будет трындец. Он уничтожит мне вот это растение. Да слушай, ну, серьезно уже, я удалю сейчас нафиг. Так, эволюция. Отбрасывает растение, да? А это у нас что? При нанесении урона размещает случайного гаргантюа за 5 на случайной линии. Так, при нанесении урона. Блин. Как быть-то? Давай я вот так сделаю. Ребят, пропускаем. Ну ты что, издеваешься, что ли? Я не понимаю. Он просто издевается надо мной. Так. На этом ходу при использовании зомби здесь плюс 2. Перемещает зомби. Просто без понятия. Как тут сделать лучше? У меня не получится, друзья мои, здесь выиграть, короче. Чё бы ты тут не делал. Надо менять тактику. Короче, ни один из моих пока героев ничего не сделал. Давай посмотрим теперь нашего, как этого назвать-то? Танцора. Так, где у нас задание за зомби? Так, смотрим, что у нас на сальце есть. Заразительное. О, ну, у него тут тоже, кстати, неплохие карты. Вот этого, наверное, мы уберем отсюда. Он нам пока здесь не нужен. Конфетки, призраки, все дела. Так, против орехов у нас есть. Конфет-то что так много? Конфет слишком много. Нам больше нужны вот такие вот. Где мы можем с тобой атаковать. Ух ты. Это новенькие, да? Но это у нас новенькие, в то же время старенькие. Двух танцоров размещает. Вот это вот можно взять. И кого-то еще. Кого-то еще. Давай, наверное. Давай вот так вот сделаем. Ну что, ребят, пап... Нет, этих дофига. Погоди-ка. Этих у нас много. Вот этого, может быть, возьмем. Так, а этот у нас что делает?
Ага, плюс 3-3 становится, да? После того, как мы его убираем. Ну, в принципе, ребята, все. Если у нас опять не получится с этим, будем тогда брать нашего разгрома. У него есть... Так, подожди, тут, по-моему, перебор. Там у него есть карта, которая... Да я хочу убрать его, господи. А, все, вот этого вот здесь вот удалить. Все, ребят, поехали. Заразительное сальце. Уж не знаю, как он тут будет справляться против цитрона. А я тебе сразу говорил, что этот апельсин еще тот жучара. Это я тебе говорил. Так. Да ебаса ты, а! Хм. Погнали. Так, у меня первого хода, как я понимаю, нету. Тратить энергию, пока заклинания не буду. Так, ну давай вызовем с удавом зомби. Разброс. То есть он и мне нанесет урон, ведь так это будет выглядеть. Да. Наносит одну единицу урона всем. Так, я его, наверное, сейчас прихлопну. А, можно и так сделать. Можно сделать и вот так. Давай. Так, он со своей редиской, да? Убрал. Давай мы так вот сделаем. Ну и две единицы урона мы ему нанесем уже в процессе. Окей. Так, не забывайте, у него есть этот стебелек. Пропускаем ход. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что сделал? Так, у нас этот наносит 3 единицы урона. Если зомби... Так, угу, двойной урон. Но у нас нету, поэтому давай вот так вот сделаем. Но не забывай, что у него еще есть Снапдрагон. Так что... 5 энергии. Поехали. Сейчас он, ребята, доживет до того момента, когда будет выставлять вот эти вот растения, которые... Разброс. И заморозку делает. Ты смотри, что... Вот жук. Вот жучара. Призрака убивает мне, да? Призрака он мне подбил. Так, ну что, мы ему... Тогда вот так вот сделаем. Все, пускай стоит. Бесполезным. Так, как же мы вот этого с тобой уничтожить можем, а? Можем, друзья мои, можем. Я даже знаю как. Мы наносим 2 единицы урона. И вот таким вот образом. Так, и вытянули карту. А это что у нас? Так, 3-1 получает. Вот сюда, пожалуйста, поставьте. Поехали. Нормуль. Так, задергался. У меня карт, правда, вообще не осталось. Что? Это у нас обычный подтанцовщик. Пропускаем ход. Но кого ты там будешь вызывать? У нас есть с вами уничтожение растения любого. Но мне кажется, это все равно, ребят, не вариант. Так, его мы уберем с тобой. Пускай он делает заморозку, что хочет. Погоди, я не понял. У меня было 5 энергии. Он что делает? При использовании зомби-герой... Понятно. А я-то обрадовался. Да. А я обрадовался. Я думал, сейчас мы его уничтожим. Угу. Как бы не так. Куда бы его? Наверное, вот здесь. Я боюсь просто этого снапдрагона, который у него есть еще. Он его поставит сюда, наверное, или сюда. Вот, влепил. И вот теперь сиди и думай, кого уничтожать. Так, убрал, да? Так, наносим урон. Этого, наверное, нам придется с тобой убрать отсюда. Ну что, поехали? Мы 4 в лицо сейчас получим. Так, превращает случайно. Да ё-моё, ну он да запарил, а.
А вон там. Что это у нас? Зак-кошка там, я не знаю, кто она такая. И что? Зачем мне вот эти вот чудики с кукушкой? Вот объясни мне. Он сейчас поставит сюда стебелек электрический и все. Понимаешь, да, о чем я говорю? Он сейчас... Вот, и все, он сейчас попадет, и эти минус будут. Вот, понятно. Простыми картами какими-то меня ушатало, а? Просто простыми картами. Так, наносим 3 единицы урона. Иди отсюда. Так, ну у него тоже, кстати, с картами-то проблема. Слушай, может быть мы сможем как-то выжить здесь, а? Давай вот так вот сделаем. Кто у него там? Он достал своими амфибиями, разбросами этими. Иди отсюда. Угу. Кто там у нас следующий? Кто у нас там следующий? Ну давай сюда поставлю. Так, съедает, да? Весь мозг. Жить. И еще неуязвимость. Поехали. Печалька, конечно, тут ничего не скажешь. Ну, конфетку дали мне. Ну ладно, мы можем восстановить с тобой здоровье. Слушай, ну ты не достал ли уже, а? Ну серьезно тебе говорю, ну пипец. И что? И зачем? Я почти, ребята, его сломил. Почти, не хватило совсем маленечко. Что ты себя представляешь? Наносит так, ну это эволюция. Хотя была не была. Поехали. Так, сделаем с тобой атаку. Как говорится, уничтожим его тоже. Но урон мы с тобой до сих пор будем получать. Так, что у нас там выпадает? Наносит 3 единицы урона растению. Ага, и восстанавливает герою. Я оставлю эту карту пока. Йети! Да не может этого быть. Давай, родной, старайся. Опа! Это лего, что ли? Так, заморозка растения. Слушай, ну это классно. Это классно. Орех выставил, да? Кого заморозить, говорят? Да вот этого, пожалуй, надо заморозить. Так, это я до сих пор сохраню. Это я сохраню, это пригодится. Так. Слушай, ребят, по-моему... По-моему, не хочу сглазить, но, по-моему, дела пошли в гору. По-моему, так. Ух, ё, лего! Я надеюсь, у него нет такой штуки, которая превращает там у нас. Орех выставил. Чё ты, парень, сдулся, что ли? Все, на одних орешках решил сыграть. Друзья мои, близится победа. Лишь бы что-нибудь не чудануть. Подожди-ка, давай вот так, наверное, все-таки сделаем. И будем добивать его. А как добивать? Сейчас покажу тебе. Выставляем вот этого и бросаем шляпу. Все. Друзья мои, я бы ни за что сам себе бы не поверил, если бы сказали, что Сальса может выиграть. Ты сам прекрасно видел, какие у нее карты. И это для меня вообще что-то с чем-то. Не ожидал на самом деле. Фух. Так, я не знаю, кто у нас там будет следующим, но мы возьмем с тобой, наверное, Замеха. Замех возьмем. Что там такое, я не могу понять. Так, выбрать. Поехали. И будем драться мы против Зубастизилы. Слушай, ну против него, наверное, нам надо было, наверное, разгрома лучше взять. Ё-моё, тут карты какие-то не очень удачные. Трындец, нахапал. О, я же это брал для ивента, ребята. У меня же колода вся поменена. Хотя нет, вру. За Замеха я не играл, это его родная колода. Так, ничего не стал делать, да? Ну-ка.
прощупаем, так сказать, его. Хм. Так, мы можем с собой... Давай вот так вот сделаем. Семь в лицо, прикинь. На! Так, мы можем с тобой что сделать здесь? Вот этого поставить? Будет качаться? Да-да-да-да-да-да-да. Что? А, восстанавливает себе здоровье. Испугалась? Хорошо, мы уничтожаем. Три в лицо получаем. Так, этот у нас будет прокачиваться потихонечку. Так, 2-5. Сюда поставим с тобой спортсмена с неуязвимостью. Точнее, это тренер. Блин, а этот же, по-моему, уничтожает, да? Да. Он уничтожает растения. Все равно 2 в лицо, да? Чертово растение, а? Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой... Как бы сделать лучше, наверное, так и вот так. Поехали. Так, он у него все на отхил идет. Прочерк. Так, одну единицу урона. Вот сюда, пожалуйста, сделай. Окей, этого мы с тобой... Или вот этого лучше раздавить. Или вот этого. Вот этого, наверное, я давану. Отлично. Так, ну что, понеслась? У нас, правда, с тобой здоровья маловато. Все зомби получают минус один, минус один. Надо вот этого теперь как-то нам уничтожить. Ммм. Слушай-ка, у нас кое-что наклевывается. Смотри. Опа. Опа, пули. Блин. С прочерком. Так, что нам там выпадает? А, зомби получает плюс 5. Это к здоровью, да? Плюс 5. Ладно, давай сюда поставим. Так, у нас хиллер выпал. Нам надо восстанавливать здоровье. У него карт там просто еще... Ну, началось, короче. Два или меньше. Ну, давай сюда, пшикнем. У него сейчас защита еще сработает. Так, вытягивай две карты. Пошел добор, короче. А мы с тобой 10 сейчас в лицо получим. Прикинь? Ну и как ты можешь понимать, что... Шансов на выживание у нас с тобой минимально. Да, не то слово даже минимально. Вообще никаких шансов нету. Будем брать разгрома в следующий раз. Так, 3-4. 4 единицы в лицо только лишь дадим. Да, и то меньше. Оу. Ну, зато я теперь знаю, какие у него карты. И что ожидать. Все. Пробили нас. Так, разгромчик. Значит, у него есть вот эти вот, да? Лазербины, по-моему, их величать. Давай, разгром, выходи. Я проверю колоду твою еще раз. Ну, в принципе, нормуль. Да? Так, охотник, это все есть, это есть. Все вроде бы есть у нас. Можно было бы, конечно, взять и рояль. Можно было бы взять и рояль. Ладно, вначале посмотрим. Может быть, и без рояля справимся. Короче, где-то ближе к середине, да, нам стоит ожидать вот этих вот чудиков с прочерком. А как с ними бороться, я пока не знаю. Так, это все надо убирать.
принципе, эволюция неплохо может помочь нам. Зачем я сейчас пропустил ход? Это объясни мне. Блин, я все время хочу вот эту ерунду убрать. Твою же налево, блин. Получаем 3 в лицо. Так, ну. Давай сделаем вот так вот. И вот так. Поехали. Минус один, минус один. Ну, это ничего страшного. Минус один, понятно. Но мы этого тоже уничтожим все-таки. Так. Что у нас дальше? А дальше у нас ничегошеньки нету. Блин, еще 3 в лицо. А, нет, ребята, он перехватывает. Так что все хорошо. Надо охотников, наверное, нам сделать. Они очень хороши. А вот теперь начинаем веселиться. Так. Безумие. Поехали. Смотри, у него все с прочерками. Все растения связаны с прочерком. Так, я ведь могу же его раздавить, по-моему, да? Или нам вот так лучше сделать? Так, растение получает плюс 3, плюс 3. Эй! Блин, горелый. Придется делать эволюцию, наверное. А смогу ли? Сумоист. Кстати, он нам здесь пригодится? Сумоиста. Так, смотри. Мы можем с тобой... Блин, эволюция, эволюция. Ладно, выставляем с тобой сумоиста. И вот так. Проверим. А что он делает? Тихо. Зачем? Блин, так тут я даже не знаю, что делать. Этот с прочерком. Давай вот так вот тогда сделаем с тобой. Вечно у него какая-то фигня есть. Опять он достал. Сейчас я удалю нафиг. Кто это? Непонятно кто. Короче, надо удалять. Запарило вот это вот. Не понимает человек нормальных русских слов, блин. Так. Кого нам надо убрать, ребята, а? Наверное, будем вот этого убирать отсюда. Так. И сделаем, пожалуй, вот так вот. У нас есть хил. Мы можем использовать его. Блин. Ты не запарил ли, а? Чушок, а? Ты достал, серьезно тебе говорю. Своими вот этими выкрутасами. Так, что у нас там? Блин, безумие. Безумие мне сейчас вообще вот не нужно, вот если честно. У него 3 хп осталось. Так, у меня медик вышел, вышел медик. Что мы можем с тобой сделать? Ну, нам надо прикрыть тылы с тобой, да? Давай вот так сделаю. Че он там выставил? Так. Не-не-не-не-не, парень, у тебя ничего не получится. Так, 5 и 6. 11, все, ребята, он сдулся. А почему? А потому что, смотри. Как все это будет выглядеть. Бумс. Так. Урон и добивочный. Фух. Молодец. Молодец, разгром. Не подвел меня. Сработано было классно. Так, ну что, у нас остается последняя миссия, ребята. Это будет Цитрон собственной персоны. Сейчас, наверное, какие-нибудь условия еще нам с вами подкинут. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а этот мы оставим. Этого, наверное, заменим. И... Ладно, пускай так. Мне кажется, у него сейчас будут сейчас друзья мои. Побей босса.
Так, Цитрон начинает игру с тремя стенорехами. Пора разнести эти стены в пух и прах. Ха-ха-ха. Да, но нам нужно их уничтожать сразу же, потому что иначе они будут восстанавливать все здоровье. Да я понял уже. Поехали. Так, минус один. Он будет прикрывать за них растения. Вот что самое. О-о-о, дружок мой. Великолепный появился, который тоже уничтожает орехи. А ты че? Зачем? Он как будто знал, друзья. Он как будто знал, а, что у меня именно там, который уничтожает орехи. Ладно, давай сюда поставим. И вот сюда. Что он будет делать? Естественно, за орехи ставить каких-нибудь чудиков. Ну да. Блин, горелый, а. Мне это безумие не нужно. Так, ладно, сейчас йети поставим. И будем смотреть. И будем смотреть, что нам будет с тобой доставаться. Что нам будет с тобой доставаться? Я, наверное, вот сюда его поставлю. Лишь бы не уничтожили, а? Ерунду ты дал, йети. Нет. Блин. Так, уничтожил все-таки, а? Окей. Давай-ка мы этого уберем отсюда. Хидрени фени. Пока все против меня идет. Пока идет все против меня. Так, начало хода. Так, ага. Мы получаем один. Как бы мне сделать-то здесь? А лучше. Давай, наверное, сюда поставим спортсмена. О, неплохо. Так, а сюда? Ну вот так вот, предположим, ребят. Что он там еще выставил? Так, еще и неуязвимость повесил. А вот это плохо. Еще и карту вытянул. Ты понимаешь, да, что сейчас мы с тобой так получим по полной программе. По полной программе мы получили. Хотя бы рыцаря дали. Хотя бы рыцаря дали. Так, выставляем сюда. Ну ладно, давай поставим сюда, так уж и быть. Поехали. Ну ты что, издеваешься, что ли, блин, а? Ну серьезно уже, ну сколько можно-то вот это вот терпеть? Так, безумие, может быть, поставить. Давай-ка я, наверное, безумие влеплю. Поехали. Окей. Так, и в ответочку получаем два урона. Вот это вот может нам пригодиться, но... Я сделаю, скорее всего, вот так вот. Захилимся. Это мы получим раз, два, два урона. Два урона. Эволюцию, может быть, сделать, да? Получим 2-2. Получится это 4-5. 4-5. Давай сделаем, фиг с ним. Эволюция. Поехали. Че он там? Заморозку будет применять, что ли? Твою же маковку, а? Еще и будет увеличиваться. Так, короче, друзья мои. Наша с вами цель. Так. Усиливаем. Наша с вами цель, короче, выбрать такую колоду, которая была бы против этих орехов противных. Так, сюда я поставлю рыцаря.
Ну, естественно, ну это ладно, пускай съедает там все, что есть. Жалко, конечно, что растение мы с тобой, вот растение, зомби потеряем. Это вот печалька. Да. 10 хп. Так, мы же можем с тобой. Что она делает у нас? Она наносит минус 2, минус 2. А если мы сделаем с тобой вот так? И вот так. Заморозка, наверное, у тебя, да? Гаденыш, есть. Ведь больше чем уверен, что есть у тебя заморозка. Нет, у него морковь. У него морковь. Хиляемся. Получи. Да, самое обидное было, что мы потеряли йети. Который... О, слушай-ка, ну может быть еще не все потеряно. Может быть. Повторюсь. Так, 8, да, тут у нас урона получается. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Поехали. Так, ну этого мы уничтожим с тобой. Здесь 8 в лицо получим, 9 даже. 9. А, этого еще уничтожат йети моего. Ай. Вот этот сейчас убьет. Вот стебельки противные, а. Опа, вот это вот вовремя. У нас 5 и не здоровья. Ты издеваешься, что ли, а? Так, вот этого вот гаврика уничтожить. Угу. Так, а тут у нас минус 2, минус 2. Поехали, ребят. Все. Так, 3 в лицо. 4 в лицо, да, получим с тобой. Хильнуться у меня уже нет возможности. Я не ожидал, друзья мои. Ёлки-палки, я не ожидал. Офигеть, вот это уровень. Вот это да. 860 гемов у нас с вами. Ну что, друзья мои, игра идет, огонь ревет, это уже будет у нас с вами в следующей серии. А на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. И большая просьба, ребят, если вы видите, что я вам не отвечаю в игре в какой-то, да, например, как сегодня, один из подписчиков, это не означает, что я не хочу играть или еще что-нибудь, это означает то, что я сейчас занят. Так что я надеюсь, без обид. Все, ребятушки, до скорого.